Привет, друзья! Вы снова на канале Ремонтник ТВ, и сегодня я буду делать профилактику своим помощникам. Это шуруповерты Bosch, бытовая линейка, видите, в зеленом корпусе. Но, тем не менее, он 14,4 вольта на литионках. Вот такая, можно сказать, народная модель. Она заслужила свою популярность просто при отличнейшей эргономикой. Просто как влитая лежит в руке. Ну, ссылки, естественно, будут в описании, чтобы посмотреть все технические характеристики. А пока, зачем я делаю им профилактику? Зачем я сейчас буду промывать, смазывать, перебирать весь редуктор до последней шестеренки? Потому что раз в 3 года я делаю каждому инструменту ТО. Если он мой, он просто must have, должен быть смазан, перемыт, перечищен, и тогда я буду в нем полностью уверен. Тем более в этом, который отслужил 6 лет, а вот этот 3 года, а вот этот 6 лет. Итак, в нем вот здесь появился какой-то странный звук. Типа подшипник вышел из строя. Но я сейчас буду показывать, как его заменить, потому что я также запасся этими подшипничками. Итак, гоу за монтажный стол и будем наблюдать. Что у меня есть? Как вы видите, это Bosch PSR 14,4 Li. Ну, вот такая модель, без переключения, первая, вторая скорость. В чем прикол без переключения? Я, естественно, покажу, что там внутри в корпусе. На самом деле, редуктор двухпозиционный. Ну, а вот эта модель уже, как вы видите, PSR 1440 Li2. То есть, два аккумулятора было в комплекте. Здесь есть переключатель, первая, вторая скорость. Я в этих двух шуруповертах уже сделал профилактику патроном. Итак, патроны. Как их разобрать, посмотреть и что им делать, чтобы они более уверенно держали биту. Естественно, также ссылка будет в описании. Я думаю, там все интересно получилось. Естественно, там патроны от дрелей также фигурировали. Итак, патрончики я пока в сторону. Я их открутил уже в предыдущем видео. В первый раз, когда я снял патрон, я вам, естественно, не рассказал, что здесь какой-то хруст, потому что сам, ну, плохо рассмотрел, и там тема была о патронах. А вот сейчас под стопорным кольцом, который вы видите, стопорит весь вал в такой пластиковой чашке, да? Вот здесь какая-то трабла с подшипником, то есть с боковым пыльником. Сейчас я сниму вот это стопорное кольцо и посмотрю. Здесь можно просто снять кольцо и выдвинуть вот этот вал. Вот так беру какую-то ковырялочку. Например, у меня сейчас сломан пинцет. Это его часть. Стопорное кольцо жесткое. Нужно аккуратно. О, вот так вывинтил. И оно прям выпрыгнуло. Я его снимаю. Ну, в принципе, с ним никаких проблем. Дальше я увидел вот такой пыльник. Он покорежен. Подшипник здесь 6800 или 61800, то есть в народе его называют 800-й. Это 10 на 19, толщина, по-моему, 6. Вот сейчас, когда я снял стопорное кольцо, вот так можно все выдвинуть. Так, что у меня здесь вылетело? Это сепаратор или часть сепаратора. Пыльник, боковой пыльник. То есть вот отсюда происходил скрежет и хруст. Вот с таким хрустом слазит. То есть настолько плотно он сидел здесь. Сейчас шарики порассыпаются. Во как! Сомняло все. Это часть сепаратора. Но, тем не менее, 6 лет подшипник отходил, верой и правдой, я крутил много чего. Генераторы, газонокосилки, все на свете им разбирал. Бензокосы, бензопилы, все пришлось на его долю. Итак, здесь вал, сейчас я ставлю новый подшипник. Я уже подготовился, это подшипник торговой марки Kraft. Прикупил, предпочитаю ставить с металлическими боковыми пыльниками. Но поставить подшипник, в принципе, довольно просто. Вот так более-менее ровно ставим. Здесь у меня головка на 10. И зажимаю все тисками.
принципе, все отлично. Крутится, все шуршит. Сейчас повторюсь и посмотрю, как второй себя чувствует. Я уже снял стопорное кольцо. О! Фу, еле вытянул. Так, здесь еще войлочный пыж, который предотвращает проникновение смазки внутри с редуктора вот сюда. Так, второй подшипник, в принципе, живой. Живой подшипник определенного люфта, даже какого-то, не наблюдается. Ну, в принципе, здесь точно такой же вал. В принципе, одна и та же деталь. Этот подшипник я пока не буду менять. В принципе, если захочу поменять, это все довольно-таки просто, без разборки полностью редуктора. Чтобы разобрать корпус шуруповерта, здесь я буду применять биту Т10 и вот так быстренько все раскручиваю. Вот так, в принципе, выглядят два редуктора. Как вы видите, все в корпусе. Здесь один режим заблокирован. То есть, видите, скоба есть для переключения, но вот снизу такой полумесяц пластиковый, который фиксирует в одном положении. Я здесь, естественно, разобрал и переделал на вторую скорость, потому что первая скорость и по паспорту вот этот шуруповерт, сейчас разверну, сверкну, какая модель. Вот этот шуруповерт идет 400 оборотов в минуту. Мне показалось мало, поэтому я его изначально переделал. Просто сейчас покажу, что я сделал, в принципе, уже разбирается. Так, раз, раз. Я просто вырезал в корпусе вот такой скос. Я думаю, видно, да? Вот там и зафиксировал в другую сторону вот эту пластиковый вот такой полумесяц, вот эту пластину. Ну, в принципе, и шуруповерт постоянно на второй передаче. То есть, о, я его мазал раньше вот подшипниковой смазкой. В принципе, я ее разводил маслом, специальным маслом подобрал по загустителю, по всему. Но мне не подошло. Я не впечатлен. Вот как вы видите. Но этот эксперимент я чисто для себя делал. Сейчас я буду перемазывать все вот такой смазкой. Все спрашивали, что за смазку я использую. Но это не первая баночка. Наверное, может, 8 или 10. Здесь 60 грамм. Планетарку я мажу вот таким маслом. Ссылку я брошу в описании на несколько магазинов, чтобы вы посмотрели. В принципе, неплохо себя зарекомендовало. Здесь по консистенции где-то NLGI 0. Ну и подходит, и написано, что для редукторов. Но прежде я испытал, я смазывал раньше шуруповерты, ну и также снимал видео там, по-моему, от Девольте. Потом разбирал, в принципе, оно никуда не девается. Шестеренки все в смазке, отлично ходит. Ну и главный момент — это коллоидная стабильность. То есть, если вы литол забодяжите с маслом, через некоторое время, ну, масло отходит от литола. То есть почему-то так происходит, что коллоидная стабильность такой бодяги, ну, желает, конечно, лучшего. Двигатель я также заменил. Видите, это не родной бошевский двигатель, это какой-то китайский. Тем не менее, здесь просто перепрессовал шестеренку и все так же посадку закрутил вот эту пластину. Благо то, что двигателя здесь можно менять. В принципе, двигатель здесь унифицирован, и любой другой аналог сюда также поместится. Итак, а вот на этом шуруповерте я сейчас буду показывать всю разборку редуктора. Аккуратно достану, вот так все выдвину. В принципе, здесь никакого проворота нет. Ну, пластина останется на движке. Я посмотрел уже, здесь, в принципе, еще довольно-таки неплохой запас щеток. Ну и рассмотрим, в принципе,
сам редуктор. Так. Вот эту чашку можно уже снять. В принципе, она никак по-другому не станет. Здесь, видите, такие штифты, да, разного размера. И чашка стоит точно в одну позицию. Вот. Итак, друзья, как разобрать вот этот редуктор, планетарный редуктор от Bosch. Он непривычно разбирается. В принципе, есть задняя пластина обычно. В любом шуруповерте, в принципе. Ну а здесь берется редуктор и вот так потихонечку разламывается на две части. Ну вы уже видели, да? Но это не все. Сейчас аккуратно. Раз. Вот так на две части. В этой части видим стопорное кольцо. Ее я немного позже разберу. Ну а вот здесь, в принципе, что мы видим? Солнечная шестеренка. Ну и, в принципе, по видео можно считать последовательность. Так, раз. Имеем три сателлита. Потом вот такая обойма, в принципе. Так, сейчас фиксатор не снял. Можно сразу вот эту фиксирующую пластину переключения режимов снять. Вот сейчас можно. Раз. Так. Снимаем венец. Так. Видите? Вот эти зубцы сверху, вот где я показываю, это упоры. Они, соответственно, упираются в стопорное кольцо. Как вы видите, вот такой формы. Так. Опять солнечная шестеренка. Раз. Вот так. И опять это первая ступень, 3 сателлита. То есть сейчас уже имеем 2 ступени планетарок. Ну и чтобы достать вот этот венец, первичный венец, в принципе, он зафиксирован вот так хитро, да? Сейчас здесь нужно чуть-чуть подковырнуть. О, и утопить внутрь. Раз. Здесь вот такие пластиковые фиксаторы. Оп. В принципе, вот этот корпус. Пока попутать, в принципе, все очень сложно. Вот шайбу можно снять. Раз. Раз. Ну, вот здесь, как вы видите, зубцы для захвата в пластиковом корпусе. Перейдем к другой клетке. Это вторая часть редуктора. Сразу снимаем стопорное кольцо съемником. Видели, в какой оно позиции? Вот здесь в корпусе специальная такая выточка, не выточка, вот такое место. То есть нигде такого нет. Ну, главное просто запомнить. Оно снялось с вот такой пластиной, которая тоже встает только в определенной позиции. Дальше. Третий порядок. Третья ступень сателлитов. Но их сложно попутать, они все разные. То есть, в принципе, между собой их можно разворачивать одной стороной, другой стороной, нет разницы. А вот они по 3 каждый размер. Так, достаем держатель и сразу это часть фрикционной муфты. Так, здесь одни ролики уже повылетали, вот они, когда я снял вал патрона. Ну и еще 3 маленьких ролика, они потоньше. Суть фрикционной муфты, в принципе, это, скажем, можно назвать обгонной муфтой. Ее функция,
чтобы вы могли закрутить сверло или насадку, любую другую, открутить. Если вращаете за патрон, весь механизм стопорится. Поближе покажу само устройство. Вот где шире расстояние между специальными такими захватами, вот здесь стоит крупный ролик, вот здесь стоит мелкий ролик. Ну, при сборке более детально покажу. Функция вот этой обгонной муфты, в принципе, можно провести аналогию с велосипедной задней втулкой. Кто ездил на ХВЗ, на Минске, тот знает, что там внутри стоит механизм. Раньше он назывался торпеда или родина. Но кто имел счастье ездить на таких велосипедах, те меня поймут. Ну, естественно, можете поставить лайк, потому что механизм в шуруповерте, в принципе, там был пятерик. Ну, а вот здесь то же самое, просто устроено так, что стопорится в обе стороны. Ну, то есть имеет какой-то определенный оборот и стопорится. Поэтому в одну сторону идут одни ролики, а во вторую сторону, чтобы застопориться, идут другие ролики. Дальше, что мы видим? Здесь венец, и он же корона. Его тоже можно вот так снять. Вот эта деталь. Посмотреть на выработку короны. Вот эти зубцы образуют вот такую корону. Обычно корона — это венец. Так называется венец в планетарном редукторе. Но корона в шуруповерте — это самый последний венец, который зубцами упирается в шарики. Шарики вот здесь. Внутри их можно отсюда вытряхнуть. Так. В данном случае их только 6 штук. Бывает по 2. Стоит последовательно. Но здесь, как вы видите, сразу по шарику и дальше упорная пластина. Можно разобрать вот эту часть. Приоткручиваем гайку и смотрим, когда она с резьбы уже выходит. Вот только она вышла с резьбы, можно сразу делать отметку. Раз, раз. Здесь двухзаходная резьба, можно наоборот гайку поставить. И все не так получится, придется обратно пересобирать редуктор. Бывает, что 2-3 раза люди пересобирают, но если не поставить метку. Вот так заходит меточка с одной стороны, все отлично. Вот это алюминиевая гайка. Так, вот такой набор пружинок. Можно снять вот эту пластину. Раз. В принципе, она тоже симметрична. И трещотку. Вот эта пластинка — это трещоточка. И у нас полностью голый корпус. Сейчас вот это все я перемываю и обратно буду собирать и смазывать. Сейчас можно уже наблюдать вот такой перфекционизм и собирать редуктор в обратной последовательности. Для начала я беру вот эту пластиковую шайбу и устанавливаю на нее пружинки. Но чтобы они отсюда не повылетали, я, естественно, сюда нанесу определенное количество смазки. Так, у меня здесь 11 грамм я набрал. В конце видео я покажу, сколько осталось. Дальше можно поставить на часть, на вот эту часть корпуса шайбу. Так, раз, разворачиваем пружинками вниз и тоже ставим. Упорный механизм. Дальше можно закрутить гайку, но
Я, естественно, мыл, и все, что я отмечал, здесь смылось. Я наносил здесь повторно. Ну, если кто не нанес, если кто разобрал конкретно этот шуруповерт, ориентиром может служить вот этот широкий выступ на гайке. Два узких и один широкий. И он ставится, есть специальная вот в этом месте выборка, чтобы выковырять стопорное кольцо. Вот если в начале видео увидели, я вот здесь пытался выковыривать, и вот здесь вот эта выборка. По кругу такого подобного нет, поэтому вот эта выборка будет справа, а широкий выступ на гайке будет вот сюда смотреть. Как вы видите, на 12 часов, а выступ на 3 часа. И вот здесь будет заход резьбы. Вот так. Можно закрутить. Здесь смазки, в принципе, не требуется. Здесь алюминий и пластик довольно-таки хорошие антифрикционные свойства. Поэтому смазка будет только на пружинках и для их удержания. Дальше разворачиваем. В каждую посадку шарика по капле смазки. И уже можно поставить шарики. После того, как шарики на месте, устанавливаем корону, чтобы зубцы не попадали на шарик, а были в промежутках. Дальше сюда следует поставить тонкие ролики, потому что широкие ролики я могу поставить вот с этой стороны, а тонкие желательно поставить изначально. Их также устанавливаем на смазку. Дальше все вот так разворачиваем, придерживаем венец короны и устанавливаем. Так, вот так с этой стороны все получилось, и уже ставим шестеренки. На каждый штифт опять по капле смазки. Это здесь шестеренчатая ступень с самыми большими шестеренками идет. Вот. Обратно вот сюда немного мазюки. Совсем немного. Дальше устанавливаем шайбу. Вот таким образом. Так. И ставим стопорное кольцо. Дальше можно собрать вторую часть корпуса. Так, здесь вот эта шестеренка. Сразу устанавливаем пластину и защелкиваем на ее посадочное место. Вот так получилось. Дальше я поставлю вот эту шестеренку, где идут средние сателлиты. Вот так все должно получиться. Дальше идет венец с зубцами. И сразу фиксируем его скобой. Скоба здесь становится только в одну сторону. Дальше еще одна ступень планетарного редуктора. Здесь есть выступ, вот этот, который вы видите. Он идет между двумя концами стопорного кольца. Поэтому нам нужно постоянно целиться в эту сторону. О, вот так чуть-чуть повращав, редуктор у нас собрался. Все переключается, в принципе.
никаких проблем. Еще чуть-чуть смазки на первую ступень планетарки. Так, буквально каплю. И можно двигателем уже попадать между шестеренками. Вот так вроде все получилось. Так, придется открутить обратно гайку. Я забыл поставить трещотку. Так, все аккуратно снимаю. Так, пластинка трещотки. Сейчас уже можно, в принципе, все собрать в корпус, но нужно поставить вот эту чашку. Здесь зубцы я также немного промазываю смазкой, потому что по них работает трещотка. Когда уже все вот так собрано, ставим в корпус. Сейчас можно поставить кнопку первая, вторая передача. И кнопку реверса. Дальше собираем все в корпус. Здесь все винтики, которые скрепляют обе половинки корпуса, одинаковы. Когда все правильно собрано, зафиксировано, проверяем, как работают передачи. Можно смотреть, как растекается там внутри красиво смазка. Но сейчас я не ставил вот эти штифты, вот эти ролики. Поэтому я сейчас их должен установить. Ну и естественно, туда вовнутрь. В их посадку чуть-чуть смазки. Все должно вот так получиться. Дальше нужно поправить ролики дальше внутрь и поставить уже вал патрона, войлочный пыш. Вот сюда ставится. Вот здесь видите треугольный вал. Вставляем треугольником между роликами. О. Вот так прижимаем. Ну, я думаю, сейчас уже можно зафиксировать стопорным кольцом. Все так отлично получилось. И сейчас уже можно поставить патрон. Зажимаем шестигранник. Ставим максимальное усилие трещотки. И зажимаем до конца. И завинчиваем винт с левой резьбой. Хочу заметить, уважаемые друзья, жужжит Шурик как монгол. Здесь полностью обслужен редуктор, реставрирован патрон и смазки. Сколько ушло смазки? Сейчас 6,5 грамм, было 11, можете посчитать. Довольно-таки немного ушло все-таки. Итак, кому понравился видеоролик, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много нового интересного по технике. Всем удачи!